Здравствуйте, добрый день. Мы с вами продолжаем изучать книгу Рави Шимшона Давида Пинкуса «Врата молитвы». И сегодня новые врата, которые мы изучаем, называются Непуль. Непуль – это можно по-русски перевести как «падание ниц». И речь идет в какой-то мере о новых вратах, а в какой-то мере это раскроет и больше углубит понимание, что значит молитва, и это относится ко всем вратам, не только конкретно какая-то узкая область, как какой-то проход и отдельный, а немножко увеличит и расширит наше понимание и правильный подход к молитве вообще. И так пишет Рав Пинкус. Непули тфила дома лемаши неэмар ватосиф эстер ватидабер лифне амелех. Рав Пинкус приводит здесь строчку из Мегилат Эстер. Мегилат Эстер, как известно, это входит в книги Танаха, и это единственная из книг Танаха, где не упоминается имя Всевышнего вообще, но упоминается, наши мудрецы говорят, такой потаенной форме, в скрытой форме, когда пишет Мегила, говорит царь, то имеется в виду не только царь Ахашвирош, который был в то время властелином Персии и всего цивилизованного мира в те времена, но и имеется в виду царь мира, царь Вселенной. И Эстер, как известно, был недавно Пурим, была гзира против евреев, и евреи подлежали истреблению. И это было должно поголовное истребление евреев того времени в любых странах рассеяния того времени, там, где они жили. Речь идет о периоде после разрушения первого храма. И Эстер, она была именно тем человеком, который уговорил царя Ахашвироша изменить приказ, и евреи не были уничтожены, наоборот, это превратился в праздник Пурим. Наверняка вы знаете, или если вас интересует, вы можете узнать на сайте подробности этого праздника, наверняка вы и так уже знаете. И тем не менее, о чем сейчас идет речь. «Ветосеф эстер ватидабер лифне амелех». Да? «И стала Эстер говорить царю». Можно понять, она говорила царю, но она, обращаясь к царю и говоря с царем Ахашвирошем, одна одновременно говорила и просила, и умоляла, и плакала царя Вселенной. «Ветепол лифне раглав». И она упала к его ногам, ветевк, и плакала, и ватитханенло, и она его умоляла, лавир эт раатаман, да, изменить то, что придумал Аман. Ви цура миюхедет шель бакаша немрецет акулелет ахна гдула адшенуфель бейтбатлут лифне ашем. И это форма молитвы, когда человек падает ниц. Я не имею в виду, что нужно падать ниц, но по чувствам человека падать ниц, и он в абсолютном смирении перед Всевышним. То есть на тот момент Ахашвирош, он был царь над 127 странами, он был полноправным владыком, диктатором. Да? И он единственный, кто мог изменить ситуацию, которая была тогда. И надо понимать, что Эстер, она просила у него, потому что никто не мог из ни один вельможа, ни один министр, никто не мог помочь ей в той ситуации, которая оказалась она и все евреи, только она умоляла царя Ахашвироша. Полностью, презрев гордость, презрев свое положение, она все-таки была царица, у нее тоже были какие-то права, она имела свою власть, свой дворец и так далее. Нет, полностью, она полностью смирение упала к его ногам. Вот, Машия Лаха укулелит для Коля Фанет Фила. И это не только это именно форма Непуль, не только эти врата, но это распространяется на все врата, на любой вид молитвы, когда мы обращаемся к Всевышнему. Венерале Фиан Юдади. И тут пишет Рав Пинкус такую вещь, что мне кажется, пишет Рав Пинкус, что мы можем сопоставить эту форму молитвы с правилами, которые написаны и определены Рамбамом в том, что касается подарков бедным. Не подарков, а известно, что надо бедным помогать, надо, если бедняк обратился,
надо ему помочь. Есть правила, есть алахот, есть законы, каким образом, когда, что, кому, сколько, чего. И это сопоставимо. И так пишет Рав Пинкус. Нельмат зот ми алахот матанот ле аниим. Мы это можем понять из законов подарков бедным. Дедаваже мистаберу шашем онеле тфила шель адам кефиша алахаш царих леколь эхад леанот лебекашат ани. Да? Всевышним отвечает человеку подобно тому, как богач отвечает тому, кто обратился к нему за помощью. И так пишет Рамбам в законах подарков для бедных. Лефимаша хасера ани атам и цавалитену. То, что бедняку не хватает, тот обязан ему дать. Если ему не хватает, нет у него одежды, ему надо купить одежду. Если ему нет еды, ему надо купить еду. Если ему нет жены, надо помочь ему жениться. Или то же самое девушке, надо помочь ей выйти замуж. И если у этого бедняка, тут есть интересный момент, если этот человек, он был когда-то богат, и то, что он сейчас обнищал, ему не только нужно дать какие-то средства для существования, ему нужна еда, но он же привык к высокому положению, он привык к тому, что он почитаем, уважаем, он видный член этого города, и тогда, если этот человек, он нуждается в этом не менее сильно, чем он нуждается в еде, в крыше над головой. И это такой же, это такая же сильная потребность, которую мудрецы обязали, то есть не мудрецы, Тора, да, и мудрецы, Рамбам, описал это в своей книге законов, обязан этому человеку предоставить. То есть, если по тем временам почет и уважение человеку было тем, что он когда проезжал на улице на коне, да, и народ расступался, например, проезжал через базарную площадь, то бежал раб перед ним и кричал: «Едет такой-то, расступитесь». Да, для него это было выражение почета и значимости как личности в его городе. И человеку это необходимо, он, поскольку обещал, ему это не хватает не меньше, чем еды, обязана община дать деньги на то, что он привык. Конимлю сус, да, ему покупают коня, ехать надо, и кого-то нанимают, что бежал впереди него. Шенемар, дай махсоро шелихсарло. Да, надо человеку дать то, что ему не хватает. Умицавета, лашлим хасыно, вэйна там и цавэла ушро. Ты обязан человеку дать то, что ему не хватает, не обязательно его надо сделать богатым, но предоставить ему то, в чем он нуждается. Вэйни, амихазэра яптахим, эйни с каким-то на матанам руба, а вальнотнилу матанам мойтет. И человек, другой сын, человек, который махазар таким, то есть человек, который ходит от дома в дом и стучится в дверь и просит милостыню. Такому человеку он постучал и пришел, не обязан дать большой подарок. Но закон говорит о том, что ему нужно дать что-то хотя бы. То есть, как написано, Вафило танотенло грогоре, говорит, что такое небольшое, если человек на самом деле нет, у него нет возможности дать. Или он считает, что ему не положено, или он считает, что это спекулянт, или он считает, что это просто обманщики, мошенники, и он вообще не видит надобности что-то ему давать. Какие бы ни были аргументы, что человеку не хочет дать тому, кто пришел, но он не может его пустить с пустыми руками. Это запрещено, надо ему дать хотя бы что-то. Шенемар али шув дахвани хлам. Человек, когда он стучится в дверь, что-то, и он просит милость, никто бы он не был, в каком положении он не был, что-то внутри у него разрушается, что-то ему очень страшно, тяжело, даже кажется, что какая ему разница, он же привык, он уже 30 лет только так и живет. Все равно нельзя его унизить тем, что не дать ему ничего. Надо дать хотя бы что-то мелкое, но дать. И это касается любой ситуации, например, если мы идем по улице, и есть люди, которые просят милостыню. Нет обязанности дать всем, кто просит милостыню. Но если кто-то обратился конкретно к нам, то есть мы встретились глазами с этим человеком, и он сделал жест, что он ожидает от нас и чего-то, да? Или он обратился конкретно к нам, или он дал понять, что он ждет от нас, обязаны мы дать ему хотя бы что-то, хотя бы мелкую монету, если нет возможности дать что-то побольше, но что-то дать. Нельзя пройти мимо, после того, как остановилась связь с этим человеком,
имею в виду жест, или глаза, или взгляд, или слово, или что-то, обязан что-то дать. И пишет Рав Пинкус. Векама илхета гверта беда. И тоже он повторяет, возвращается к этой теме, что если мы хотим, чтобы наша молитва была принята, мы должны вести себя как, подстраиваясь как бы под те правила, которые обязывают богача дать подарок бедняку. Потому что по сравнению со Всевышним мы, конечно, все бедняки. И это человеку очень часто тяжело принять, сказать, что я бедняк. Я не бедняк, у меня есть то, у меня есть то, у меня есть все. Но иногда мы держимся за что-то внутри себя и не можем предстать перед Всевышним как бедняки. Ну, что он нам будет давать, у нас и так уже все есть. И именно этот момент, он препятствует тому, чтобы Всевышний действительно сжалился над нами и дал нам то, что нам по сути не хватает. И какие-то правила, какие условия для этого есть. Первое правило, пишет Рав Пинкус, «Шие ани ва нецрах». Да? Первое правило, он должен быть на самом деле быть бедным, и ему действительно должно не хватать. То есть, с одной стороны, если у человека есть большая потребность, чем-то, например, не дай бог, кто-то болен, или у него очень сильные финансовые затруднения. Понятно, что он обращается к Всевышнему, что мне это нужно очень сильно. Но если речь идет о вещах более утонченных, более тонких, более духовных, например, успехи детей в учебе, или чтобы они выросли богобоязненными людьми, или какая-то такая вещь, которая не то, что человеку без этого он не сможет, не выживет и завтра не встанет. Он встанет, да, и поэтому он просит тоже об этом. Но он просит так, как будто это для него, ну, хорошо было бы, да. То есть он не ведет себя и в душе своей не чувствует, что он, если Всевышнему это не даст, то все, то он просто как бедняк, у которого нет хлеба, вообще ему нечего есть. И такие вещи, когда мы просим о чем-то духовном или о каких-то душевных потребностях, тоже нужно просить о Всевышнем, как будто мы бедняки, если он нам не даст, невозможно без этого совсем. Мы бедняки по сравнению к ним, по отношению к нему, и мы просим, умоляем его нам помочь. Улезе тире бехоль сефер тилим, ад кама ая Давид амелех марих биньян годель шифлюто вехесрно мадгиш, ад кама у ани амити. Да, это мы можем встретить, пишет Рав Пинкус, очень-очень-очень много в книге Тилим, когда царь Давид необыкновенно часто описывает свое состояние, когда он не может, он обездоленный, он не Всевышнего не может, он полностью, хотя он был царь, да, и он был, у него было множество привилегий, он был далеко не бедным человеком, человек с властью. Конечно, можно сказать, у него были множество невзгод, и часто он бывал в тяжелых физических ситуациях, но на протяжении всей книги Тилим, псалмов, мы бесконечное количество раз увидим этот момент, что Всевышний, царь Давид обращается ко Всевышнему, как будто самый обездоленный, самый человек, у которого вообще ничего нет, ничего, 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 и только Всевышний его спасает последнюю минуту. Итак, пишет, написано в Гемаре, мы этот пасук уже в одном из прошлых уроков говорили. Так сказал Явец, Лель Ха Исраэль Ламур, им бенха ты вархэни вербет эт гули. Да? Если ты меня, он обращается к Явец обращается к Всевышнему, говорит, если ты меня благословишь, и благословишь мои поля, и благословишь то, чтобы надо мной мой яцер ра не пересилил меня, и чтобы я смог, чтобы у меня была удача в Торе, чтобы я понимал то, что там написано, чтобы я мог хорошо учиться, и чтобы у меня были ученики, и чтобы ты всегда, твоя рука была всегда со мной, чтобы я не забыл под старое следство, что я учил всю жизнь, и чтобы у меня были поля, и чтобы у меня были друзья, которые подходят мне, с которыми действительно помогают мне, которые
не понижает мой духовный уровень, а который, наоборот, помогает мне расти. И чтобы я не был опечален. Что... И да, он много-много просит, он просит Всевышний обращаться. И он так, как он заканчивает эту большую молитву с различными просьбами и материального, и духовного порядка, он говорит так: если ты мне поможешь, это здорово, это хорошо, я смогу жить. Но если ты мне не поможешь, то только могила меня ждет. То есть он говорит Всевышний, никто не поможет мне, только ты. Мияд веяво лаким, и так написано, и тут же пришел Всевышний, потому что он понял, что человек обратился к нему так, что от этого зависит его жизнь. То есть когда мы просим, умоляем о духовных вещах, о том, что касается и нашего дома, то, что касается воспитания детей, умолять об этом так, как вот от этого зависит наша жизнь, а не как, ну, хорошо, если бы это было здорово. Рей Ашем, она у меня Всевышний, сразу ему ответил. И второе правило, мы говорили, первое правило, что человек должен действительно чувствовать внутри себя, что он бедняк, у которого ничего нет, только Всевышний ему помогает. А второе правило, то есть мы говорим, мы хотим попасть под категорию бедняка, которому богач должен дать много, не что-то, ну, что-нибудь такое, да, как человек, который протягивает руку, ему нужно что-то вложить в руку, невозможно, чтобы рука у него осталась пустая, да, но мы не хотим быть как тот бедняк, кто, ну, что-то дает. Хотим, чтобы Всевышний дал нам действительно в большой мере, как мы не попросим. И первое правило – чувствовать себя по отношению к нему на самом деле бедняком. И второе правило в Пинкус пишет. И это правило, оно сильнейшее правило, он пишет Юреда Теона, но настолько глубокое, что опускается как в бездну. Кшееши за царак, игонши царих скум, кесу бетрихут. А когда у человека, например, есть какая-то неприятность, ему срочно нужна какая-то крупная сумма денег, он бежит туда, и бежит туда, и бежит туда, и он тоже, просит Всевышнего, чтобы помоги мне, да? И он молится и думает, ну хорошо, я к тому пойду, тому позвоню, и Всевышнему тоже мне поможет. Это одна позиция, да? Конечно, Всевышний ему что-то даст, как дает человеку, который постучал в дверь, ему дают что-то мелкое, чтобы просто не оставить его руку пустой. Шаними хапеса зрами камы векамами курочуни. Когда бедняк просит от нескольких людей помощи, бетухам гам лебалябайта зе, но соты на вазе, аллаха и шейно хаяв лателу двар, эла двар муат, века хуба тфила, кашеру секу бихоль дархе штадлут, бихлалам гам не гашлю тфила, бенесе не анашамай, да? Он тоже бегает туда и сюда, и он тоже обращается ко Всевышнему, и Всевышний тоже дает ему помощь в какой-то мере. Да, в какой-то мере и тот, которому он позвонил, он как раз оказался дома, и тот, о котором он рассчитывал, ему тоже дал какую-то сумму. Всевышний дает ему помощь в том, что он делает так или иначе в какой-то мере. Кмоша катава Рамбам, и так написал Рамбам, шасур лахзира ниш шишадри хам, апилу атану тэлна гругоре тахачна мараль шув дах лихлам. Апальютер мидвар муатай но хаяв латет, кши ешлу мемила кахату мистадер лават. Но человек, который открыл дверь, и бедняк попросил, он ему дает что-то, да, потому что у него еще много есть людей, он к всему подъезду и стучал, и он ко всем домам на этой улице обращался, ко всем жителям этого района. Выдавал за еду, мургаш ли коли хады месив лев лезе. Да, и это известная вещь, и легко можно обратить на это внимание. Когда приходит бедняк и просит, прям приходит, его заходит человек, и его приглашают, он садится, он начинает описывать, в каком бедственном положении он находится, и он просит большую сумму, которая его поможет, то... Как правило, редко ему дают большую сумму. И даже не потому, что человеку наплевать. Да, даже если спросить самого большого скрягу на свете, почему ты дал ему так мало, ведь у тебя же была возможность безболезненно дать ему много.
то он ответит, не ответит, он не скажет, да мне наплевать, не пусть умирает с голоду. Наверное, даже сам большой скряга так в большинстве случаев не скажет. Но что скажет? Ну, почему именно я должен давать? С какой стати именно я? Он тут еще есть много, он обращается. Пусть ему все дают. Рак, Роцеви, Ахзар, ну, да, только очень-очень жестокий человек ему бы не дал ничего. Но много тоже ему не дадут. Викаху гамме целяшим. Шибам нуфели фанав дура бетана брура вираширахем алав вешеэйнлю ахер лифнот элав. Если человек пришел к богачу, и тому совершенно ясно, что этот человек больше никому не пойдет. А этому очевидно, человек никому не пойдет, он по разным причинам обратился именно к нему, если ему не даст, то все. Он, ему некому обратиться. Только мало найдется людей, которые смогут его выставить за дверь, зная, что он уйдет умирать. Потому что ясно человеку, что некому больше обратиться. И точно так же у Всевышнего, когда человек приходит и падает ему в ноги, образно говоря, да, и обращается к нему, зная, что некому больше обращаться. Нету никого. И просит, чтобы Всевышний жалился над ним. Что если Всевышний не жалится над ним, он останется навеки без того, что он просит, без того, что ему нужно. Тогда, конечно, Всевышний жалится над ним и даст ему то, что человеку необходимо. Взойт филашель непуль. И это именно молитва, которая называется непуль падание ниц. Шунуфель коль кулоль фанавит барах бит батлут гмура. Что он падает перед Всевышним, не обязательно буквально, да, но в сердце падает полностью, в полном смирении, в полном, если можно так понять, в расстоянии, нет у него ничего, ничего, никого у него чего нет. Кумер коли шути рак мимхайт барах вэйна хэр и холи ашени, никого у меня нет, кроме тебя, никого. Никого, просто пустой мир, в котором есть только Всевышний. Утфилат Эстер лифней мелех, да, так Эстер обратилась к царю Ахашвирошу. Никого у нее нет, только Ахашвирош, который может спасти евреев в тот критический момент, но на самом деле она обращалась к Всевышнему, который, обращаясь к Ахашвирошу, она обращалась одновременно к Всевышнему, чтобы он жалился над нами. Шарей у мелех вэйн ахэр шихол ахзир гзира эла у. Что он царь, и нет никого, кто может изменить ситуацию, в которой они оказались тогда. וזו גם הייתה בפשטות תפילתו נורא של חוני המעגל, שעק הוגה ועמד בתוכה. רפינקוס тоже приводит примеры с Хони המעגל. Это был один из самых крупных мудрецов того времени. Во время храма, когда была большая засуха, и они просили, молились, и ничего не помогло. И он встал и обвел круг вокруг себя. Может быть, мы как-то упоминали об этом тоже в одном из прошлых уроков. И он сказал, я не выйду отсюда, пока ты не пошлешь нам дождь. Без дождя в те времена, это значит, это была засуха, нет урожая, нет воды, нет зерна, это болезни, это эпидемии, ну и все. И хотя мудрецы остерегают нас и говорят, что для этого нужно быть действительно очень большим, великим человеком, мне просто каждый может сказать такие условия, вот я не встану отсюда, не выйду отсюда, пока ты мне не поможешь. Естественно, что это не для нас такая ситуация, но по большому счету, что мы можем отсюда учить, что у него было абсолютное, полное, необыкновенно четкое понимание, что только Всевышний поможет, а он не поможет, то все, нет. Нет ничего, никого, кто бы мог даже в чем-то помочь. Вейны, шамар Давида мелех, им лоши вити ведомамти нашика гамуля лейму. Так пишет ты, царь Давид, в Тейлим. Я по отношению к Всевышнему как тенок, как младенец по отношению к своей маме. Да? Что имеется в виду новорожденный ребенок? Когда он рождается, он полностью, абсолютно, бескомпромиссно, без каких-либо, он полностью зависит от своей мамы. И о чем идет речь, когда, например, мама возвращается домой, и она устала, она после родов, она после больницы, она не спала, она страшно устала, она возвращается домой, и
ребенок лежит рядом с ним, и он ночью просыпается. И он так пищит, так тихонечко, он еще очень маленький, он еще не может орать, так что разрутит всю улицу. И мама, как бы она ни была устала, она понимает, что она, если она не встанет, а никто его не накормит. Он полностью бесконечно зависим от нее, да? Даже, скажем, что папа, не знаю, папа уехал, или, естественно, что можно рассчитывать иногда на помощь мужа, но в конце концов это мама, это та, которая единственная на этом свете может ему помочь в этой ситуации, где они находятся, скажем, ночью или неважно где, нет никого в этом доме другого, кто может помочь этому маленькому существу, который, не получив еду от мамы, не будучи у нее на руках, абсолютно потерян, абсолютно беспомощен. И мама понимает, и как бы она ни была уставшая, если нет никого рядом с ней, она, зная это, она встанет, как бы она ни была смертельно устала, она пойдет с закрытыми глазами, нащупывая стену, но она пойдет, и она этого малыша поднимет, и она его поменяет, она ему даст еду. Та же самая мама, и тот же самый ребенок, когда он подрастает, и он просыпается среди ночи, скажем, ему лет 7 или 8, он просыпается среди ночи и кричит: «Мама, я хочу пить!» Это пример, который приводит Рав Пинкус. И мама, она имеет полный резон ему сказать: «Дорогой, сейчас ночь, и мама хочет спать, и ты можешь встать, пойти на кухню, набрать воды и попить. Ради этого не надо маму будить среди ночи, ты уже достаточно большой мальчик». Даже будучи менее уставшей, чем когда она была тогда, когда ему было несколько дней, она не встанет, потому что он может справиться сам. И об этом говорил царь Давид, когда говорил: «Я чувствую по отношению к Всевышнему, как вот этот вот малыш, абсолютно беспомощный, который не может даже повернуться на бок, который не может позвонить подруге, маме или соседке, или позвать себе человека, оплатить его услуги, чтобы он за ним присмотрел. И не может позвонить папе, чтобы он пришел раньше с работы или так далее. Да? Полностью абсолютно беспомощен. Я по отношению к Всевышнему точно так же, как этот ребенок. Убедерах зу першом и фарши маша ашем шумелец аткат и том валмана. И точно такой же, в таком же подходе наши мудрецы объяснили то, что Всевышний, написано, он слышит вопль вдовы и вдов и сирот. Мипнешем цоким рак лашем, потому что они крича только Всевышнему. По природе вещей, если это не вдовы и не сироты, у них есть папа, у них есть муж, у них есть друзья папы, у них есть какой-то клан, который заботится о них. То есть они молятся Всевышнему, но не знают, что там позвонят, там поговорят, там как-то они выберутся из этой ситуации. У мани флади юк лашона пасук им аната ане и то вы им цаки цаки лашма шма цакато. Да? Тут очень интересен именно смысловое значение, как написано. Ки им цаак и цаки лай, написано два раза, потому что он крикнет мне шма и шма цакато, я услышу его крик. Цаак и цак, айну пама, то есть написано два раза. Почему два раза? Потому что один раз каждый человек кричит, да? Он обращается ко Всевышнему, он, образно говоря, кричит, просит у него, чтобы Всевышний ему помог. И, скажем, он не получил то, что он просил. Он помолился, постарался, почитал Тейлим, дал денег на сдаку, ничего не получил. Ну, я сделал то, что я должен был сделать, я помолился, теперь пойду искать дополнительные формы, как мне выйти из того кризиса, в котором я оказался. Но вдова или сирота, нет у них возможности теперь другой выйти из того кризиса, в котором они оказались. Им неудобно обращаться снова к человеку, который им помогал. Они занятые люди и так далее. Да? Им некому больше обратиться. Они бы первый раз к
кричать. То есть они первый раз обратились к Всевышнему, не получили то, что они хотели. Они тоже помолились и тоже дали цдаку, и тоже почитали Тейлим, и нет. И нет у них больше никому обращаться. И они снова кричат. Опять кому? Опять же Всевышнему. И Всевышний слышит их молитву. Нет у них никого, нет. אבל אלמנה ויתום שאין להם למי לפנות צועקים וחוזר וצועקים והשם עונה להם. וכך כל אחד ואחד שיעשה עצמו כאלמנה ויתום. Итак, пишет Рав Пинкус, что каждый из нас делал, чувствовал себя перед Всевышним, как сирота или вдова, не дай Бог, что некому обратиться. Дихтив ки авива имя зовуни вашем ясвени. Так написано в Тейлим, потому что мой отец и мать оставили меня, и Всевышний меня взял, подобрал к себе. Шейн лу лемилифнот золоти эль ашем идбарах. Вейно цуэк вахузер махапес ицот ахрот, эл цуэк вахузер вацэк вашем янелит филатов. Потому что он кричит и не получает то, что хотел, и он снова кричит только Всевышнему, что больше некому. Уманиф ла маше амаш Давид алава шалом. Ацелени мивай ашем элеха кисити. Да, есть очень интересный стих в Тейлим, который приводит Рав Пинкус. «Спаси меня от моих врагов, Всевышний, обращаюсь к тебе, и как и кисити». Кисити от слова лехасот, как покрывало, что-то покрыло, что-то скрыть. И как объясняет комментатор Раши, что имеется в виду? «Тлаута и ними хасэми коля дам лагидам леха». Я свои беды и свои неприятности, я их покрываю, я их закрываю, я их утаиваю, я обращаюсь только к тебе. То есть не как бывают люди, которые, у них неприятности, они хоть рассказывают всем. Неважно, человек готов услышать, не готов услышать, он может помочь, не может помочь, ему вообще есть дело или вообще нет дела. Просто они ходят и всем подряд, ну как-то, ой, да так ужасно, вообще невозможно, нет того, нет всего это. И снова встретили другого. И как дела? Ну ужасно, вообще невозможно. Давид Амелех говорит, нет, я не обращался ко всем подряд, я это покрывал, свои беды, неприятности я покрывал. Кому я обращался? Обращался к тому, кто может помочь. Всю энергию вот эту вот, который человек ходит, он растрачивает свою энергию. И когда он уже общается с Всевышним, у него уже нет сил. Он уже 20 раз сегодня всем рассказал, как ему плохо. У него уже нет силы молиться. Всю эту энергию общается только к тому, кто действительно может ему помочь. Клалот иньян непуль усот анава. Теперь Пинкус говорит такую вещь. В чем основа вот этого подхода к молитве, который называется непуль падание ниц? Основа этого – это скромность. Шинуфель в них налив не было, что он как бы падает перед Всевышним, и он полностью смиряется перед ним. Не то, что даже смиряется, а как растворяется в нем, нет у него ничего. Шияк дама витнаема кевба твила, что если этого нет, это, этой позиции, этой формы обращения, то очень часто это именно та причина, по которой молитва не бывает услышана. Рейктиви, так написано в книге Мишлей, то вата шем ку гвалев, то есть мерзость перед Всевышним всех, которые очень, кто заносчив, да? И как это понимание, как говорят наши мудрецы, что значит това, это мерухака, то есть Всевышний отдаляется от такого человека. Шиколя дамшу гва лев урахок мешим. Каждый человек, который заносчив, он далек от Всевышнего. Шейна хаяфа эфих атфила ютер мизе. И это полная антитеза молитве, да, заносчивость. Шарей исод атфила удвикут викру врашем. Потому что основа молитвы это приближение к Всевышнему, это быть близко, как можно ближе к нему. Гамша анава и карма ут атфила, выкольмится и ут атфила, да? Но скромность это основа, это ткань, из которого соткана молитва. Шамашпиля цмобы тохава нам и тичи, коли не навы цархавтлу им гэм брак башем. Да? Человек сам себя, не то что унижает, он как бы, ну, понимает всю бренность, все, что у него есть, это все на самом деле, кто он перед Всевышним. И его, вся его природа и вся его деятельность, какой бы в сфере она ни была, она полностью зависит только от него.
וכלל זה שמשבח ומפר על גדותו את ברך הבלתי בעלת תכלית, ומבין קטנותו ואפסיותו נגד חי עולמים. Она понимает свою полную ограниченность по сравнению с безграничностью Творца. Немца шеколь цурота шель тфила каоген и рак белву шеленова. Да, вся молитва — это только одеяние того, что мы называем скромностью. Вном нам. Мимаша амру хазальши не пулю мельшунота тфила мы варши эйн, а наварак найля тфила, эле и цура шель тфила цма. Ши яцма маабада тареги шель бакаша ветхинах му ани шавуру медуке лавуш схавоту пацуа. И что сама по себе скромность в той форме, когда это молитва, в форме молитвы, это не только, пишет Рав Пинкус, это не только форма молитвы, да, это тоже молитва. Каким образом? Например, бедняк, да, у которого нет ни куска хлеба, у него даже нет одежды, одни лохмотья, и он предстает перед богачом. Он еще, но этот богач, да, надо дать ему должное, это человек с сердцем. Но этот бедняк, он даже еще не раскрыл рот. Уже сама его форма, как он выглядит, как он чувствует себя в отношении к себе и к богачу, и к той ситуации, в которой он находится, уже сам, как он, это уже само кричит, само за себя, ему даже не надо рот открывать. То есть скромность в молитве — это тоже молитва, да, если мы, нам удается найти настоящий подход к этому. Эллов мейхан литоль улекабель дварак враг мяши. Вяргиш ацмо эх куло микаф регель вадрош эн бо митом. Ло тура, вело ира, вело мидот, вело митцвот, и коль хаяв рак эвель врек. Да, что стоя перед Всевышним, мы можем понимать, насколько нет у нас ничего. Все, что есть, это только подарки Всевышнего. И были, и есть, и будут. И маамад зе ацмо у бакаша гдула бьютер ше эйн царих клюм ютер мизе. Але так, секунда. וכן, שם בתחילת מזמור שיר המעלות אליך נשאתי את עיני יושבי בשמיים. Итак, пишет דוד המלך, שיר המעלות, песнь восхождений, к тебе я обратил свои глаза, Всевышний тот, кто обитает на небесах. Носей нав лешамайм, то есть он обращает свои глаза к небесам в полной скромности. Да? То есть человек, который обращается к Всевышнему, не опираясь на свой автомобиль, не опираясь на какие-то даже свои успехи или то, что он сделал, насколько он сделал карьеру, или даже, да, он обращает свои глаза к нему, где бы он ни был, что бы ни был, понимая, кто на самом деле есть и насколько он почти нет. Викин чам, да, гареи абакаша ацума бьютер. Если человек понимает, насколько он ничего, то это самое, что ни на есть, сильная просьба сама по себе. Векен коль бакашутавшим авакеш и вакеш дерха анава. И поэтому все просьбы, которые он просит, просить с помощью скромности. К мошни всаку шулханорух дерх тахануним кирашим авакеш вапетах. И так написано в Шулхан Арухе. Да, и что пишет по этому поводу Рамбам, Вегирет Рамбам, это известное послание Рамбама, которое он предлагает нам читать, по крайней мере, раз в неделю, и это одна из гулот, так он обещает, что тот, кто читает это хотя бы раз в неделю, тот будет просить и получать то, что он просит. И что он пишет как одно из самых важных основополагающих вещей. Человеку очень тяжело ощущать себя скромным и ощущать, что у него ничего нет, потому что так мы цепляемся за то, что у нас уже есть, да, так нам тяжело это досталось. Или посредством того, что у нас есть, мы чувствуем себя кем-то. Человеку очень тяжело отказаться от этого и чувствовать, что у него ничего нет, и сам он это тоже... И только плод творения Всевышнего,
Итак, пишет Рамбам, а чем человек действительно может гордиться, если он богач на один момент? Его богатство может исчезнуть, да, Всевышнему дал, он может, как он дал, такое он может забрать, если он мудрец, если он, у него феноменальные какие-то способности, он просто очень умный человек, и это то, что он чувствует себя в этом личностью, да, то известно, что под конец жизни очень часто Всевышний забирает это, и человек становится как ребенок в том, что касается его когнитивных способностей. Или даже то, что он может сказать и в духовном плане, да, я сделал то, я сделал все, я сделал, ну и что ты сделал? Ты сделал лишь малую часть того, что ты мог сделать на самом деле. То есть все, что есть у человека, это подарки Всевышнего, и нечем ему гордиться по большому счету. Кедерах коль адам рахман шора мишу бецар гадоль у царих элав меотехе верахем элав локена митгае. Да? Да, по природе вещей, если человек пришел бедняк, и он просит в такой форме очень простой, не заносчивой, то легче дать. Но если он пришел кому-то человек просить, одновременно он заносчивый, примерно он им говорит, ну ты мне дай, но кто ты такой вообще? Вот я, да, конечно, я сейчас, мне нужно то и то, но по большому счету... Я, да, мало шансов, что ему помогут, это отталкивает. Шимкен лама и рахму алав мина шамаем им эйн ло цорах. И если он в такой позиции обращается ко Всевышнему, то Всевышний говорит, чему как бы я должен тебя жалиться над тобой, и тебе, в общем, по большому счету, нет нужды во мне. Вафилем кен мивакеш садаль машу, даже если он просит помощи о чем-то, и митяцевках, аль кен бакашатой бакашат мутарот, даже то, что он просит, если даже он просит, и он просит в такой форме, что это для него, ну, оно так уже все есть, но ему это, хорошо, если было, это для него излишество. По большому счету, он может сам по себе забыться, это такая добавка. Если это добавка, никто ему не обязан это давать. И то, что я привела Игерет, это послание Рамбана, не Рамбам. Спасибо за исправление. Аваль им итецев алькен бакашатой бакашат моторот лама шейтну ло коль рацину. Везеу иньян, и приводит Рав Пинкус из... стих из пророка Ошея, «Кинар Исраэль веавеу», да, это цитата, потому что Израиль, имеется в виду народ, еврейский народ Израиль, он отрок, и я его люблю. «Шим ямид адам ацмо кинар веавеу», если человек представляет перед Всевышним как ребенок, как отрок, да, Шеталуй кулобы рахмеви, он зависит от своего отца. Не будет сейчас перед ним представлять, какой он. Митпалель баргашат алев шеколь митцветут луя рак башем. Да, то есть он понимает его форму обращения, что он зависит от Всевышнего. Мимели рахем ала вашем ки рахем афальбаним. Всевышний жалится над ним, как жалится отец над своим ребенком. Уква амру балей авуда. Шеэн икар гава клапей бне адам, эле икара ху шимитгей клапей бур о. Мош амру хазали. Рав Пинкус возвращается к этой теме, что почему так тяжела и несносна гордыня. И имеется в виду не гордыня, а именно заносчивость такая, да. Есть мудрецы последних поколений, которые сказали, что если забрать у человека его гордость, он умрет, да? Насколько человеку важно это ощущение, что он кто-то. Но вместе с тем, осознавая, что он кто-то, надо осознавать, что это от Всевышнего подарки. Тогда у человека не будет заносчивости, даже он знает, что у него есть то, и то, и то. Но это все подарки, это не он достиг, даже что он сделал какие-то усилия, какой-то приложил большой труд к этому. Ну, кто дал ему силы делать это усилие? Кто... В конце концов, не всегда, даже когда человек очень сильно трудился и приложил огромный, вложил в это, у него получится очень часто раз, и все, и ничего не получилось. Такое тоже бывает, и не так редко.
То есть понимать, что вместе с тем, что я много сделала для этого, то, что получилось, то, что вышло, и то, что дал, кто дал мне силы, это Всевышний. И тогда нет заносчивости. Но сама по себе заносчивость, она отталкивает. Шашем умер о том, кто заносчив, он говорит. И я, и он, мы не можем жить вместе в одном мире. Нам не хватает места в одной вселенной. Кивьехоль духек рагляй шхина, как будто тот человек, а тот, кто заносчив, он отодвигает Всевышнего. Тут яд. Настолько он занимает много места, что Всевышнему уже не остается места. Убиур базе, да и сот коль тахлит брията улам. Урак леман галут, галот, отцем ехудо барахта, что вся Всевышний Рав Пинкус тут объясняет эту тему немножко глубже, что сама по себе цель сотворения этого мира, цель сотворения человека, чтобы человек понял, осознал своей работы, своим прибытием в этот мир физически и своей деятельностью, осознал то, что есть только Всевышний, и осознал его единственность. Да? Есть много-много-много-много критериев, много-много-много, очень много путей в этом мире, очень много мелочей, больших, да, осознать и понять, и принять, и притворить в жизнь то, что Всевышний, он един, и все, куда бы, как бы ни разлетелись различные дороги и деятельности в этом мире, все равно все идет к тому, что Всевышний един, наполняет и сотворил этот мир. Шеэйн он бельвадо, нет никого, кроме него. Везаколь тахлита улам ах вэхаль, да, это причина сотворения этого мира с самого начала и до самого конца. Вегаво лев, и человек, который заносчив. Хайну шамаргиш мецют ацму, вухушев ацму гамкин ли мецают амаута улам. То есть человек, который заносчив, Всевышний един, он тут находится. Ну и что? Кому его, ему больше никого не надо в этом мире, настолько он его заполняет собой. Немца эфех мейхудой барахон. Эта позиция полностью противоречит цели сотворения этого мира. Умикох и худой дбарахара эйн одмиль воду филуомеду махриз гамани немца. Человек этот не позволяет цели этого мира воплотиться в жизнь. Бемюхат бешат атфила, шиколь митсиут иняна атфила акара, шиколь ине лам тлуим легам рак вият ашим. Особенно во время молитвы, то сама по себе форма молитвы – это понимание, что все зависит только от Всевышнего. «Биладеру цуной дворах эн клюм» – и без того, что Всевышний захочет, нет ничего. «Вабакаша мимену дворах аль тусефет ашпаа шель барха» – «Агдамат шефхо ликво амитат гадлови худой дворах балев» – «Внимца шмаргиш ешло гам машу мяцму арезе сутер коль мецют амида бетфила» – «Везе пашут». И так пишет Рав Пинкус. Подход такой заносчивый, он полностью противоречит тому, что говорили от молитвы, и сама форма молитвы, и сама цель молитвы, это настолько противоречит, что это отталкивает не только желание Всевышнего помочь этому человеку, но и как будто самого Всевышнего выталкивает за рамки этого человека, который наполняет собой все. Вы отцем хозек от филаним дат ли фирова анава. И если мы можем, могли бы, как бы теоретически измерить силу молитвы, то линейка, как бы абстрактно, это только пример, это только аллегория, как мы могли бы измерить силу молитвы, линейка называется скромность. Сколько человек чувствует себя скромным в молитве? Венераши зо и карма лата тфила бэцара. Да, и сам говорят наши мудрецы, самая сильная молитва – это молитва во время беды. И почему? Потому что во время беды человек уже отбрасывает от себя все, что он думал, что он может. Он понимает, что он ничего не может. И тогда действительно его скромность, она в самом сильной форме. Умикох зеша нава вашеклут баруген эн цурата тфила ваюфья. Тикну хазали ахрёт вештахвёт ватфила лаколи хат вихат лефима амаду. Да? Тут Рав Пинкус приводит правило, когда в молитве Шмона Исре 18 благословений есть псуким, есть в начале и в конце молитвы, когда нужно преклоняться перед Всевышним. И
Рав Пинкус пишет, что наши мудрецы разделили. Весь народ – это одна форма, и другие люди – другая форма. Сейчас мы это скажем. Весь народ, он поклоняется, да, это такой закон, в первых благословениях поклоняется и в последних двух, но Амру Хазаль. Адьот Курева, вот умудим, вот хила басов, да, в конце молитвы и в начале молитвы. И Коэн Гадоль, первосвященник, Курева бетхилат коль браха в браха, но первосвященник, он поклоняется Всевышнему Миштахаве коль браха, да, 18 благословений, на самом деле сейчас их 19 в каждой брахе, в каждом благословении он поклоняется, а царь, он поклоняется в самом начале молитвы и не встает до конца молитвы. Гайну шикихоль, шеадам гадоль ютер. То есть, какое за этим стоит правило? Чем человек выше, чем его положение прочнее, чем он может оказаться смотреть на других людей с высоты, тем больше он должен поклоняться, тем дольше, больше он должен сломить в себе вот это вот ростки этой заносчивости, этого «я тут выше всех». Потому что это противоречит самой форме, самой ткани молитвы. «Мехамад шимацево морели хураев эханава», потому что его положение это полностью противоречит скромности. «Лехен царих шиди ат шифлутоти канес ютер полюбов». И поэтому ощущение своей, то, что он перед Всевышним никто и ничего, а нужно сильнее войти в его сердце. Валаха зуну гатлама сегамайом. Пишет Рав Пинкус, это правило, оно актуально тоже и сегодня, хотя сегодня у нас нет первосвященника и нет царя, но это правило, оно актуально и сейчас. Мишу дэм бэцмоши, ешло малот батура вира. Кто знает о себе, что у него есть познание в глубокий в Торе, у него есть познание в... У него есть благочестие на самом деле, он... Знает о себе, что он очень духовно высок. Оба хохма, оба яширот, или он знает, что он умный человек, умнее многих, или он богат. Хаяву лосив змани, он должен брать для себя какое-то время, выделять время для того, чтобы понимать на самом деле, где он и кто он. Чтобы не закралось и не выкристаллилось у него в душе вот это вот. Я тут лучше всех, больше всех я знаю. Не такие, как я. Чтобы взял, выбрал время для того, чтобы понимать, кто он, ничего перед Всевышним. У Миши Итбунен безманши укурею миштахаве бетохан масезы. Да, для этого нам на самом деле мудрецы постановили, чтобы мы поклонялись во время молитвы и в начале, и в конце. Но пишет Рав Пинкус, очень часто мы поклоняемся, на самом деле не задумываясь о том, что мы делаем. И это просто привычка. Так надо, а вот мы дошли до этих слов, так надо поклониться, а мы снова дошли, так снова поклониться. И Рав Пинкус пишет, что мы тем самым теряем очень важное понимание, очень важную позицию в том, что касается самой ткани молитвы. И тем самым мы теряем от силы молитвы, которая бы могла и открыть для нас милосердие Всевышнего и помощь Его нам. Всего доброго, я желаю вам удачи во всем, что бы вы ни делали, помощи Всевышнему во всех делах. Всего доброго.